Почему? Некоторые, осознав бессмысленность жизни, видимо, мы пошли. А почему? Это я говорю, если решить, что психика непознаваема, то есть если принять, что она бесконечна, но в силу этой бесконечности непознаваема, то есть мне дано только чуть-чуть. Это концепция потенциальной бесконечности. Попробуем взять альтернативу. Как я вам уже сказала, кто придумал альтернативу? Георг Кантор, математик, предположил, что есть актуальная бесконечность. Это значит, да, если мы приложим это к психологии, психика может быть бесконечной, и это хорошо. Действительно, в каждом человеке могут быть совершенно бесконечные, уникальные переживания, состояния, глубины, не ограниченные ничем. Но тем не менее, сказал Кантор, это может быть актуально, то есть это может быть дано, это может быть все вместе объято как единое целое. И если это так, тогда человек может обрести себя целиком, сразу. И исходить даже из этой бесконечности, но одновременно из единства. Вы как бы киваете? Да. Концепцию Кантора не просто оставить расходами, а вкладывать в психологии дальше, то мы можем опереться на нее прежде всего в методах работы с измененными состояниями сознания, то есть трансперсональной психологии. Именно трансперсональная психология ближе всего приняла идею бесконечности человеческой психики. И если мы добавим в трансперсональную психологию идею актуальной бесконечности, тогда можно будет как бы перевернуть опять вот это все тело психологии, перевернуть этого айсберга и начать исходить из того, что потенциально человек может понять психику, он может начать относиться к ней как к данности. Таким образом, каждый процесс, каждый дыхательный процесс, каждый психоделический процесс, любой процесс может быть использован для интеграции. Каждое заигрывание мира, действие мира, знак мира может быть использован мной для того, чтобы попасть в состояние актуальной бесконечности и стать единым со всем. Это глобальная концепция, из нее следует ряд возможных следствий и ряд принципов, практикуя которые, можно приближаться к этому.
получается великая миссия. Конференция была в Милане, там выступал такой Дэвид Луков, хороший знакомый друг, председатель Американской ассоциации трансперсональной психологии. Он произносил доклад и рассказывал о том, что много лет назад он съел ЛСД, это были 60-е годы, Калифорния, и из-за этого он пережил состояние, попал в состояние, что он Иисус Христос. Переживал себя Буддой одновременно. Он написал Евангелие свое и несколько месяцев ходил по Калифорнии и пытался пробудить людей, раздавал это Евангелие, говорил: люди, я Иисус Христос, я несу вам весть, стоит жить вот так. Потом он очнулся, стал обычным человеком, но переживание было настолько сильно в нем, что он не мог от него совсем отказаться. И поэтому он начал заниматься трансперсональной психологией. Он занимается трансперсональной психологией многие годы. Стал теперь председателем, президентом Ассоциации трансперсональной психологии. Организует конференции, на одну из которых я ездил. Его речь заключалась в том, что вот ура, трансперсональная психология. Я не удержалась от вопроса, задала ему вопрос такой, что Дэвид, ну вот, не помню буквально формулировки, так как-то сложно, но вот что-то такое я у него спросила, вот что важнее на самом-то деле, быть трансперсональным психологом или Иисусом Христом? Это одно и то же. Как думаете? Это одно и то же. Знаешь, он презентовался, он выступал как Дэвид Луков, президент трансперсональной ассоциации. Это для людей, чтобы им было понятно. Это просто для людей. Татьяна Гинзбург, кто там? Я доктор наук. И так далее, прочее. Если ты будешь представляться сейчас Матерью Божьей, тебя не поймут. Была написана, да, как Иисус Христос. Тебя просто не поймут. Или Маше. Машину вызовут. Что? Машину вызовут со смирительной рубашкой. Всего-навсего. А ты говоришь одно и то же. На самом деле, когда я говорю, я Дэвид Луков, трансперсональный психолог, и это самое главное, я не Иисус Христос сейчас, я трансперсональный психолог Татьяна Гинзбург, тогда я прячусь за роль, я опять упускаю свою бесконечность, в которой я Иисус Христос тоже, прямо сейчас, ничуть не меньшей степени, чем Дэвид Луков или Татьяна Гинзбург. Это счастливо.
многогранность личности. Личность тоже узкое понятие, потому что личность — это вершинка айсберга, в котором сущность. Многогранность энергии. Сознание. Персоны. Персона. Ну, это узко. Трансперсональный. Уже за пределы. Бессознательно. Ну, бесконечно. Ну, познаваемо, если вы позволяете себе окунуться в эту бесконечность. Так же, как мы можем прямо сейчас с вами вместе окунуться. Куда? В бассейн. Так пойдемте же, не будем терять время зря на эту ерунду. Всем спасибо. Аплодисменты можно поставить. Спасибо.